Сегодня пятница, 25 марта. В эфире Новоуральской вещательной компании информационная программа «Объектив». Здравствуйте. В студии Анна Акрамова. Я и мои коллеги готовы познакомить вас с последними событиями в этом выпуске. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования готов увеличить государственные закупки новоуральского инсулина, выпускаемого заводами «Синтез». Новоуральск примет спартакиаду молодежи России по шорт-треку. Состязаться будут спортсмены из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Нижегородской, Ярославской областей. Ожидается прибытие 13 команд. Финансирование летних трудовых отрядов в Новоуральске увеличено на 500 000. Количество отрядов грядущим летом станет больше. Размотали пожарный рукав, примерили амуницию, спасли зайчат якобы из огня. Для новоуральских дошколят пожарные города проводят профилактические мероприятия. В завершении выпуска обзор спортивных событий на предстоящие выходные. Столичные гости сегодня посетили Новоуральск. На заводе «Медсинтез» побывала делегация представителей Московского и Екатеринбургского фонда обязательного медицинского страхования. Цель визита – знакомство с производством отечественной фармацевтической продукции. Тему продолжит Наталья Ребрищева. Научно-внедренческий биомедицинский технопарк – центр импортозамещения фармацевтической продукции Свердловской области. Главная задача Новоуральского технопарка – производство современных, качественных лекарств. Почетные гости сегодня посетили завод «Медсинтез», который специализируется на производстве инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод «Медсинтез» является одним из первых в России промышленных производств готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина человека, отвечающих требованиям GMP. Я видел производство фармацевтические и в России, и не в России, за рубежом. Ну, то, что увидел сегодня, это очень серьезно. Это, ну, даже не столько и не только технологическая часть, начинка этого производства, а я обратил внимание на этот энтузиазм, этот огонь в глазах у ребят, у коллектива, которым идейно-технически руководит Александр Петрович. Вот. Они сами видят и понимают и гордятся тем, что снимают огромную проблему, решают целую сферу в отрасли здравоохранения. Я говорю, конечно, в первую очередь о производстве инсулина отечественного. Игорь Селезнев, представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пожелал успехов в развитии производства и пообещал увеличить госзакупки отечественного инсулина производства новоуральского завода «Медсинтез». В свою очередь, завод готов увеличить производство и обеспечить инсулином всю Российскую Федерацию. 5 лет назад можно еще вспомнить, что было, когда инсулина вообще не было и не хватало. И мы говорили о лекарственной безопасности. Я могу сейчас, глядя в камеру, сказать, я вам гарантирую, у вас больше не будет проблем с нехваткой инсулина. Второе, я вам гарантирую, что этот инсулин вам будет поставляться бесплатно по государственным гарантиям. И здесь фонд медицинского страхования может это прогарантировать. Мы с ними обсудили эту проблему. Денег достаточно, чтобы наши пациенты с этим тяжелым заболеванием получали качественную услугу. На сегодняшний день почти 2 миллиона человек уже используют инсулин новоуральского завода «Медсинтез». В ближайшее время они смогут оценить новые новоуральские разработки – инсулиновую шприц-ручку и инсулиновую помпу, в том числе для детей. Это те разработки, которые позволят вести качественный образ жизни с таким заболеванием, как диабет. Производство дальше будет расширяться, в том числе и в связи с вхождением этой площадки в территорию опережающего развития. Я только что вернулся из Москвы, из Росатома. Значит, мы буквально в еженедельном режиме, отслеживаем дорожную карту вхождения наших городов в Торы. И поставлена задача, чтобы из уральских городов на Уральск и Снежинск первыми вошли. Значит, и цель поставлена вот в этом году, август-сентябрь, чтобы вышло постановление правительства. Эта площадка включена. Естественно, это даст возможность всем новым производствам, которые будут здесь появляться, значит, они попадают под проект, под федеральный закон о территориях опережающего развития, а это обнуление налога на прибыль, снижение практически в 4 раза социальных налогов и так далее, и так далее. Естественно,
новые производства получат возможность очень активно и быстро развиваться. Более подробно о визите гостей на завод «Медсинтез», об импортозамещении и перспективах развития новоуральского завода смотрите в понедельник в 20:00 в программе «Объектив. Итоги». Наталья Ребрищева, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. В расширенном заседании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства участвовала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Большая часть разговора шла о проблеме, с которой столкнулись в том числе и новоуральские предприниматели, арендующие муниципальную землю. С этого года они вынуждены платить за земельные участки в разы больше. Сразу после совещания Елена Артюх вместе с главой Новоуральского городского округа Владимиром Машковым открыли общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Приемная расположена в Центре поддержки предпринимательства по адресу Льва Толстого, 2А. Более подробно о результатах работы Елены Артюх в Новоуральске расскажем в понедельник в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». И мы продолжаем. Сегодня в Новоуральске было немало гостей из региона. В том числе приехал и заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Он принял участие в организационном комитете по проведению в Новоуральске 3-й зимней спартакиады молодежи России по шорт-треку. Евгений Гурин расскажет подробнее. В зале администрации собрались представители всех служб и предприятий, которые так или иначе имеют отношение к проведению спартакиады. От правительства области на оргкомитете присутствовал первый заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Яков Забнин. Сегодня проводим финальный оргкомитет по проведению зимней спартакиады молодежи по виду спорта шорт-трек в городе Новоуральске непосредственно. Сегодня у нас и повестки организационный комитет заседания, затем мы планируем выехать на спортивные объекты и на базу, где будут у нас размещены спортсмены. Спартакиада пройдет в нашем городе с 31 марта по 4 апреля под сводами концертно-спортивного комплекса. Помериться силами в шорт-треке к нам приедут представители Татарстана, Пензенской, Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Смоленской и Тверской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Мордовия. Всего ожидается прибытие 13 команд и порядка 150 участников спартакиады. Как отметили руководители подразделений, имеющих отношение к проведению спартакиады, все проблемы решаются в рабочем порядке и город будет полностью готов к проведению соревнований. Проживание и питание участников будет осуществляться на территории санатория «Зеленый мыс», от которого будет курсировать рейсовый автобус до проходной школы-интерната. В самом КСК будет организована фотовыставка «История шорт-трека Новоуральска». После окончания оргкомитета приемная комиссия выехала в концертно-спортивный комплекс, чтобы уже в последний раз на месте убедиться, что организация в Новоуральске, как всегда, на самом высоком уровне. Приглашаем всех жителей города с 31 марта по 4 апреля прийти в КСК и поддержать новоуральских спортсменов в борьбе за золото спартакиады. Евгений Гурин, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Тема летнего трудоустройства подростков стала предметом обсуждения на заседании комиссии по молодежной политике Думы Новоуральского городского округа. Денег на организацию летних трудовых отрядов в этом году выделено больше, хотя количество детей, готовых трудиться и зарабатывать, осталось на прежнем уровне. Почему так происходит, выяснял Антон Сапогов. В этом году через молодежную биржу труда планируется трудоустроить на летний период 496 детей и подростков. Зарплата официальная, хотя и небольшая, в среднем 5000 рублей на руки. Финансирование летней трудовой кампании выросло на 500 000 рублей. Это вынужденная мера, поскольку с прошлого года в стране вырос минимальный размер оплаты труда, а зарплаты, в том числе и детские, накрепко к нему привязаны. В этом году у нас будет выделено на трудоустройство подростков 3 300 000 рублей. Такой суммы нет ни в одном муниципальном образовании Свердловской области. Вот, ни в Нижнем Тагиле, ни даже в Екатеринбурге. Вот. Детей будет немного меньше, чем в прошлом году, к сожалению, потому что растет сумма минимального размера оплаты труда. И, к сожалению, из-за вот этого роста минимального размера оплаты труда мы вынуждены увеличивать и финансирование, чтобы нам хотя бы сохранить то количество детей, ну, постараться, да, которое у нас было занято. По предложению депутатов в этом году первый раз в практике подростковых трудовых отрядов
формируются группы из детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом просили и сами дети, и их родители. В этом году будет 2 трудовых отряда детей с УВЗ. В целом и трудовых отрядов будет побольше. В том году было 47, по-моему, в этом году 51 будет работать. Вот есть некоторые изменения в законодательстве, но они не отразятся на организации летнего труда подростков. Сезон летних трудовых отрядов откроется 1 июля. Вплоть до начала учебного года ребята будут наводить чистоту и порядок на улицах нашего города, а также заниматься посильным трудом на предприятиях и в учреждениях. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Информация для родителей, желающих отправить на отдых своих детей в загородный лагерь «Самоцветы». Прием заявлений начнется с 4 апреля в территориальной организации профсоюза. Обращайтесь по адресу Мичурина, 31. График приема – понедельник-четверг с 10.00 до 13 часов и с 14.00 до 17.15. В пятницу с 10 до часу и с 2 часов дня до 16.15. Телефоны для справок 984-91-963-73. Вчера на совместном заседании двух комиссий по муниципальной собственности и по жилищно-коммунальному хозяйству обсуждали итоги зимней кампании по очистке улиц от снега и рассматривали планы благоустройства. Тему продолжит Антон Сапогов. Итоги зимней очистки подвели пока предварительные, поскольку зима еще не кончилась. Снега этой зимой выпало в 1,5 раза больше статистической нормы, поэтому и вывозить его пришлось в 1,5 раза больше. В прошлогодний зимний период коммунальные службы вывезли с городских улиц 53 тысячи кубометров снега. В этом году 82 тысячи кубов. Работа была напряженная, дорожная служба едва справлялась. В конце февраля после сильных снегопадов пришлось привлекать к уборке города технику и персонал сторонних организаций. Как всегда, не хватало дворников. Чтобы не быть голословными, специалисты управления городского хозяйства привели многолетнюю статистику по количеству дворников. В 2000 году в городе было 200 муниципальных дворников, а в этом году 50. Получается, что сегодня один дворник должен работать за четверых, а это физически невозможно. Я приведу очень интересные цифры. Средняя статистическая цифра на уборку, на объем финансирования, у нас получается за 8 лет составляла средние 36 миллионов рублей. Если применить сегодняшний коэффициент инфляции, да, порядка 7, то сумма, необходимая на уборку без учета межпоселенческой дороги, у нас составляет 253 миллиона рублей. Необходимая на уборку только одного города. Это против 120 миллионов рублей, которые на сегодняшний день вычисляются дорожно-коммунальной службой. Денег и людей в дорожно-коммунальной службе хронически не хватает. Тем не менее, ее работу депутаты признают в целом удовлетворительной. Из бюджета в этом году выделяется 9 миллионов рублей на покупку новой снегоуборочной техники. Плюс на бирже труда по заказу ДКС набирается группа безработных для обучения на тракториста с гарантированным трудоустройством. Но и это не изменит ситуацию в корне. Финансовые вливания нужны в любом случае. Депутатов озвученные цифры несколько смутили. Как бы нам не лечь в основу, вернее, не положить в базу неверные сведения. И у нас тогда получится ощущение, что, ребята, вот раньше меньшими средствами делали больше, и здесь надо больше вкладывать, а денег нет, так что радуйтесь тому, что есть. Вот такая ситуация, чтобы у нас с вами не сложилась. Поэтому, если комиссия будет как-то использовать эти цифры, то, наверное, все-таки... Независимую экспертизу должны проводить независимые профессиональные люди, если хотят сравнить эти цифры. На заседании комиссии зашла речь о бесхозных автомобилях, брошенных на зиму владельцами. Они сильно мешают зимней очистке города. Таких машин-подснежников по всему городу насчитали почти сотню. Изучили опыт других городов. Время прошло, машина не убрана, составляются протоколы, администрация идет в суд, признает это бесхозяйной вещью, еще ждет хозяина, и только больше, чем через год появляется право вывести эту машину на стоянку. Проблему с подснежниками можно решить, но для этого пришлось бы привлечь слишком большие ресурсы, и людские, и денежные, а город такими средствами пока не располагает, поэтому в ближайшем будущем эти машины никуда не денутся. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.
О культуре. Искусство дарит крылья. Проект под таким названием, объединивший детскую художественную школу, детскую школу искусств и театр музыки, драмы и комедии. С успехом проходит в Новоуральске 4-й год подряд. Талантливые дети выступают перед публикой в сопровождении оркестра театра, рассказывает Ольга Воинова. Содружество учреждений культуры Новоуральска – это не только масштабные городские праздники, но и многолетние творческие проекты. Неизменно весной любителей музыки и живописи собирает проект «Искусство дарит крылья» – совместное творение детской школы искусств, детской художественной школы и театра музыки, драмы и комедии. Год от года проект развивается и каждый раз предстает в новом свете чудесных звуков и красок. Проект развивается, и каждый год он предстает в каком-то новом облике. И вот в этом году вот этот проект представлен и выполнен в виде музыкально-художественной гостиной. То есть имеет такую камерную форму. Ну, вы посмотрите, здесь есть работы юных художников детской художественной школы, выставка «Мир моих увлечений». Это юные художники постарались. Ну а наши ребята детской школы искусств будут сегодня играть концерты для фортепиано с оркестром. Причем самых разных авторов, разных эпох и разных национальных стилей. В этом году проект предстал в камерном варианте музыкальной художественной гостиной. В программе прозвучали совместные выступления юных пианистов детской школы искусств и оркестра театра музыки, драмы и комедии Новоуральска. Ну а юные художники детской художественной школы представили свое творчество в выставке «Мир моих увлечений». Меня зовут Ника Домбровская, и я буду играть концерт «Перкович». Тут играет моя подружка, вот я пришла как бы поддержать ее немного. Музыка для меня как бы неотъемлемая часть моей жизни. Я люблю ходить в музыкальную школу, мне нравится музыка. Я пришла сюда послушать музыку, научиться чему-нибудь у других. Для меня музыка – это как бы это что-то необъяснимое. Она учит чему-нибудь, она всегда учит чему-нибудь. Я буду сегодня играть концерт с оркестром Аренского «Фантазия на тему Рябинина». Музыка для меня все, я занимаюсь музыкой с 5 лет, больше половины своей жизни. Совместные творческие проекты способствуют объединению культурного сообщества города. А для образовательных учреждений культуры такое сотрудничество имеет важное значение в процессе реализации предпрофессиональных программ в сфере искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями. Ольга Воинова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. 27 марта, в воскресенье, на Центральной площади Новоуральска будет проходить социальная акция «Мы выбираем безопасность». В акции флешмобе планируется участие более 500 человек, а также выступления творческих коллективов. В связи с акцией 27 марта с 13 до 15 часов будет ограничено движение транспорта по Центральной площади. Также изменится движение автобусных маршрутов номер 3 и 4. Знать, как уберечь себя от огня, куда звонить в случае пожара и как действовать в экстренной ситуации, рассказывают дошколятам Новоуральска в эти дни пожарные. Мы побывали в 51-м детском саду и узнали, что знают малыши об огне. Хоть нельзя зажигать птички, когда нет взрослых. И не надо, в случае, когда хочешь что-нибудь сварить, не надо зажигать, надо дожать взрослых. Спички детям не игрушки. А еще? Нельзя пользоваться плитой без взрослых. Нельзя спички брать, потому что когда взрослые где-то по делам уехали, нельзя одному спички брать. Электроприборы тоже нельзя. Тряпкой их накрывать мокрой. Когда случился пожар, нужно трубку взять и позвонить 01. Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем не нов. Однако во многом именно профилактика и рассказ малышам об опасности огня могут предотвратить ЧП. Номер пожарной охраны какой? 01. Пожарная охрана слушает, что у вас случилось? У нас варится еда, все ушли, окошко открылось,
и занавеска попала на плиту, и она загорелась. У вас горит на кухне занавеска. Адрес? Автозаводская 50, корпус 3, квартира 13. Автозаводская 50, корпус 3, квартира 13. Имя? Алиса. Алиса, фамилия? Новикова. Новикова Алиса. Мы наезжаем, молодец. Дошкольники в силу возраста очень любознательны, и объяснять им о правилах поведения с огнем нужно в доступной для них, то есть в игровой форме. Именно так взаимодействуют с детскими садами города пожарные Новоуральска. С приглашением сотрудников пожарной охраны по-разному. Существует график, мы заключаем график, согласно которому мы приходим на проведение таких занятий. Само обучение в детском садике идет планомерно. Вопросам безопасности уделяется очень большое внимание. И сейчас у нас будет ряд мероприятий, которые будут у нас проходить до июня месяца в рамках мероприятия «День защиты детей». Ребятня с радостью примерила обмундирование пожарного. Правда, одежда в уменьшенной копии. А потом малыши спасали любимых игрушек якобы из огня. А также сматывали и разматывали пожарный рукав и с удовольствием участвовали в эстафете. Как признались дети в конце мероприятия, они почувствовали себя почти настоящими огнеборцами, а некоторые даже захотели в будущем стать отважными пожарными. Клевая мормышка, зимнее первенство Новоуральска по футболу и хоккейный матч состоятся в грядущие выходные. Об этих и других состязаниях Евгений Гурин. Уважаемые жители Новоуральска, предлагаем вашему вниманию анонс спортивных событий, которые пройдут в нашем городе в грядущие выходные. В субботу, 26 марта, приглашаем вас посетить следующие мероприятия. На городском пляже с 8:30 до 9 утра будет проходить регистрация участников общегородского соревнования по подледному лову «Клевая мормышка 2016». Начало соревнований в 9:30. Приглашаются все желающие. В зале игровых видов спорта с 12:00 продолжатся игры первенства города по волейболу среди мужчин. С 13:15 во Дворце спорта «Дельфин» стартуют региональные соревнования по плаванию в категории «Мастерс». В концертно-спортивном комплексе в 14:00 начнется товарищеский матч по хоккею между Новоуральским «Кедром» и командой из поселка Трехгорный. В воскресенье 27 марта с 10:00 в игровом зале спортклуба «Кедр» на центральном стадионе продолжатся игры открытого чемпионата Новоуральска по волейболу среди ветеранов. А в 12:00 в зале игровых видов спорта в рамках финала первенства города по волейболу среди женщин состоится игра за первое место между командами «Next» и «Энергия», после чего состоится церемония награждения победителей и призеров первенства. С 11:00 до 16:00 на футбольном поле «ДЮСШ-2» пройдут игры зимнего первенства Новоуральска по футболу. Приглашаем всех жителей города с пользой провести свои выходные и поддержать своих коллег, друзей и родственников, которые будут принимать участие в спортивных мероприятиях. На этом выпуск подошел к концу. В понедельник в 20:00 не пропустите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». В ней подробно расскажем о том, какую президентскую задачу удалось выполнить заводу «Мицинтез» и каковы его ближайшие перспективы развития. Также из выпуска узнаете, к чему пришли участники круглого стола, посвященного ситуации, сложившейся в Новоуральском здравоохранении. Помимо этого, в программе «Объектив. Итоги» сюжет с традиционной мартовской рыбалки «Клевая мормышка» и репортаж с лего-фестиваля, приуроченного году кино. Также в выпуске расскажем о торжестве в честь Дня работников культуры, социальной акции «Мы выбираем безопасность» и многом другом. Будьте с нами в понедельник в 20:00 и будете в курсе главных событий города. Хороших выходных. До свидания.